Историко-краеведческий музей города Токмок начал свою трудовую деятельность еще с 1973 года. На сегодняшний день в музее работают 8 специалистов. Чтобы посмотреть на исторические экспонаты и объекты материально-духовной культуры, любой желающий может посетить его. А также в культурном учреждении имеется кувшин счастья, который исполняет желания. Если сотрудник Терденчок, в нашем музее нет специалистов, которые получили образование в этой сфере, так как зарплаты маленькие. В будущем надеемся, что нам выделят здание побольше, и если мы переедем, то мы тоже будем входить в список крупных музеев Кыргызстана. В музее находится более 7000 уникальных исторических объектов. Все экспонаты, которые имеются там, были подделаны и собраны местными жителями. Эксклюзивные глиняные кувшины, музыкальные инструменты, разнообразные старинные монеты, а также предметы со времен Великой Отечественной войны. Память – это вот благодарность тем, кто созидал этот музей, кто собирал эти коллекции, кто их систематизировал. Вот, и благодарю сегодня сотрудников, которые сегодня работают, которые продолжают работу над пополнением коллекции, над систематизацией, над описанием. Ведь каждый этот материал нужно описать, научно систематизировать. Каждый год в канун своего профессионального праздника сотрудники музея готовят для посетителей интересную программу. Токмокский музей с 2011 года начал праздновать День музея на ежегодной основе. В начале торжества звучали поздравления в честь профессионального праздника работников музея. Также национальные танцы и песни сопровождало сегодняшнее мероприятие. Стоит отметить, в него были приглашены деятели культуры и сотрудники музея. Айсулу Мурзакова, Парвона Ажмал, Санжар Жолдошбекулу, СТВ.